Здравствуйте, уважаемые моделисты. Сегодня у нас на тесте FPV-передатчик от компании FlySync, производящий мониторы Black Pearl 5804. Данный передатчик мощностью 400 мВт. Вот он. 32-канальный. Переключение каналов одной кнопочкой, индикация каналов. С разъемами бывают разными, но в принципе мы поставляем только с разъемом PRSMA. Встроенный микрофон на плате, в принципе, пишет звук. Версия данного и ревизия 1.4. Ну и данные передатчики поставляются с таким богатым комплектом проводов. Здесь есть провода для подключения к фантому. Есть провода для подключения к фантому там, через USD сразу распаянные. Свободные концы. А единственное, что здесь нет, это провода для подключения к GoPro напрямую. Но комплект проводов, повторюсь, все равно очень такой богатый.
Сейчас мы проверим мощности нашего передатчика. Сейчас у нас стоит диапазон F. Это тот канал, на котором мы как раз летали. Первый канал. Мощность 504. Второй канал. 469. Третий канал. 437. Четвертый. 392. Пятый. 365. Шестой. 327. Седьмой. 296. Восьмой. 269. Так, мы снова вернулись на первый. Сейчас переключаем диапазон. Это длинным нажатием. Диапазон А. Первый канал. 296. Второй. 316. Третий. 352. Четвертый. 378. Пятый. 421. Мы берем минимальное значение. Иногда значение у нас немножко скачет. 469. Шестой. Седьмой. 504. Восьмой. 523. Переключаемся на канал Б, диапазон Б. Первый канал 523, второй 486, третий 453, четвертый 421, пятый 378, шестой 352, седьмой 316, восьмой 296. Так, мы вернулись на первый, переключаем диапазон на Е. Первый канал 562, второй канал 582, третий 604, четвертый 626, пятый 269, шестой 244, седьмой 229, восьмой 215. Сейчас вернемся на диапазон F, на первый канал. Мерили мы все это, соответственно, на прогретом передатчике. И вот те же самые 504. Как мы видим, в принципе, подбор канала не такая уж и тривиальная вещь. Мощность может отличаться более чем в два раза на одном и том же передатчике. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и вопросы. До новых встреч!